А вы знали, что пророки в Библии молились так, как сегодня молятся мусульмане? А вы знали, что пророки в Библии все имели бороды, как сегодня имеют мусульмане? Если бы у меня был рубль, каждый раз я слышал этот аргумент, я был бы миллионером уже. Например, Иисус, сын Марии, мир ему, молился следующим образом. Давайте прочтем Библию. Дай угадаю. Ты будешь читать от Матфея 26:39. «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил». Иисус также молился, смотря на небо, но вы таким образом не молитесь, так? И мне кажется, что ты очень мало знаешь о христианстве, потому что многие христиане, особенно православные, молятся лицом к земле. Но я не ожидаю, что ты действительно что-то знаешь, потому что все, что ты делаешь, это повторяешь давах сценарий. Также молился Иисус Навин. Давайте прочтем с вами Библию. «Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему, что господин мой скажет рабу своему». А что касается пророка Моисея, как молился он? Давайте прочтем. «И пошел Моисей и Аарон, то есть Муса и Харун, от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои». Также молился и пророк Авраам, то есть Ибрахим мир ему. Давайте прочтем. «И пал Авраам на лицо свое». Также молился и пророк Давид, пророк Дауд мир ему. «И пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои». Этот аргумент настолько поверхностный и настолько плохой, что мне кажется, я теряю клетки мозга, просто слушая тебя. Кроме того, просто лицом к земле, никто из них не молился, как мусульмане сегодня. Мусульмане перед молитвой совершают вуду, обращаются в сторону Кабы, выполняют определенные движения рук и положения тела, и повторяют конкретные молитвы и фразы. Ни один из библейских пророков этого не делал. И представьте себе, точно так же молился и пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и он нас, мусульман, научил молиться таким же образом. Нет, Мухаммад не молился, как пророки. Он молился так, как я ранее рассказал. И знаете, это неудивительно. Почему? Потому что все пророки единого Бога призывали к одной и той же религии, к исламу. Где они всех призывали к исламу? И не говори, ислам означает всего лишь подчинение Богу. Потому что этот аргумент еще хуже. Поэтому, принимая ислам, вы возвращаетесь в религию пророков миром всем. Потому что пророки 7 раз обходили черный куб и целовали черный камень, да? Без лжи ислам умирает.